молодежь вообще, честно говоря, мало кто, вот я сколько общаюсь, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они сюда никто не перешел. Мало кто понимает. А выезжать на фоне Советского Союза, идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, это тоже такое себе очень сомнительное. А вы сможете снять ролик, который объяснит, что мы там делаем? Так я сам на понятном, доступном языке, со словами... Я вам объясняю, что я сам особо не понимаю. Есть предложение, придумать, подождите, Елена. Может быть, вы тогда поймете, зачем мы там. Просто один раз поехали в глаза, посмотрите, ребята, которые там. У меня очень много друзей в ЧВК Вагнере как раз сейчас находятся, воюют, пацаны. И вы не понимаете, что они там делают? А? И вы не понимаете, что они бабки зарабатывают. Я вам честно скажу, кто в Вагнер идет, зарабатывать бабки идут. Вы реально думаете, что они идут кто-то за флаг, что ли, туда?